si un figlio è, preside ecclesie, imitator podie, Cristo mare voci. Наш концерт называется «Кодекс Буранус». Первоначально мы хотели назвать его «Кармина Бурана», но столкнулись с такой вещью, что многие наши, даже коллеги-музыканты, всегда нас начали спрашивать: «Вы будете играть Карла Орфа? Вы будете играть с хором и оркестром?» На что мы говорили: «Нет-нет-нет, это совсем другое, мы не будем играть Карла Орфа». В итоге мы решили назвать «Кодекс Буранус». Собственно, так и называется сборник, обнаруженный в Бенедиктинском монастыре в Баварии в 1803 году. Он называется «Кодекс Буранус», и первая его публикация вышла под названием «Кармина Бурана», то есть песни из монастыря, монастырь Бенедикт Байерн, и вот по этому имени монастыря и назвали «Кармина Бурана». Песни средневековых вагантов. Кто же такие ваганты? Слово «вагант»
переводится с латыни как «странствующий». И так сначала называли странствующих клириков, которые либо не получили прихода своего, либо скитаются между как-то вот безработные такие клирики. Позже стали называть так студентов, которые образовывали такие свои студенческие братства и уже ходили по средневековой Европе такими организованными преступными группировками. А уже на излете средневековья вагантами стали называть вообще всех представителей творческой интеллигенции, странствующих музыкантов, поэтов, всех подряд. И судьба их была незавидна часто, сопровождалась очень сложными перипетиями жизненными. Сейчас прозвучит как раз вот та самая, самая древняя песня в нашем репертуаре. Она будет петься по-русски. Это перевод Михаила Гаспарова. Песня «Лебедя», в которой рассказывается о нелегкой судьбе представителя творческой интеллигенции. Когда-то жил я в озере, когда-то был красавчиком. Когда-то звался Лебедем. Всех птиц я был пригожее, белее снега горного. Теперь чернее ворона, я здесь лежу наперченный. Горячий вертел вертится, огонь палит безжалостно, и нож скрежещет яростно. Прощайте, глади водные, лежу на блюде поданный, и рты вокруг голодные. О вагантах существует множество мифов, благодаря фильмам, компьютерным играм, различным другим источникам. То есть представляют неких таких весельчаков, которые могли вот впрыгнуть в любой кабак, развеселить публику. Это немножко не так. Во-первых, это были образованные люди, что крайней редкостью являлось для средних веков. И у них был свой корпоративный юмор. Именно только для своих. Во-первых, они всю свою лирику в основном записывали на латыни, то есть недоступно простолюдинам, и, соответственно, шутили так, чтобы понимали именно свои, а остальные как-нибудь перебьются. Сейчас мы исполним для вас в инструментальной версии один из номеров под названием «Клаузо Кронос». ¶¶
Кармина Бурана содержится около 300 произведений, в основном на латыни, но также на народных языках, на старофранцузском, старонемецком. Они имеют четкое деление. Это песни философской направленности, рассказывающие о вот, кратковременности жизни, о каких-то вот перипетиях, вот та же самая знаменитая «Фортуна» относится туда. Это песни пародии на церковные богослужения, то есть как раз вот все эти пьянейшие литургии, ослиные мессы и вот тому подобное. Это любовная лирика, и это песни студенческие. Собственно, вот вся вот эта застольная, развеселая история. Сейчас мы как раз вам исполним песню, относящуюся скорее к такой философской теме. Это песня, рассказывающая о том, как наконец-то посреди холодной зимы чувствуется приближение весны. Вот приближается тепло, мы чувствуем ветерок, вот пробивается первая трава, а вот уже девушки на лужайке водят хороводы и встречают май. Thank you.
Разумеется, были и песни, и шуточные. Сейчас прозвучит такая песенка «Экси Делюкула», то есть «Вышла пастушка». Рассказывается в ней об одной девушке, пастушке, которая идет себе по дорожке с осликом, с маленькой веточкой, и видит сидящего на берегу, вот хотя бы вот, шкалера, который уже весь зеленый от своей латыни. Он что-то пытается зубрить, у него ничего не выходит. Она его жалеет и, обращаясь к нему, спрашивает: «Что же ты здесь сидишь, домине?» То есть господин, «а не хочешь ли ты поиграть?» Разумеется, в сборнике было множество таких, как бы сейчас назвали, произведений 18+. И было очень много произведений, которые так или иначе бичевали пороки, в которых погрязла тогдашняя церковь. Некоторые исследователи считают, что никаких гонений на вагантов не было в связи с тем, что в 13 веке и в 12, когда, собственно, записывались эти произведения, сила церкви была настолько могущественна, что они просто не обращали на это внимания. А современные исследователи считают, что этому находится подтверждение, что многие произведения, вот как раз которые бичевали эти вот пороки, писались не просто какими-то безвестными вагантами, а писались вполне себе знатными лицами, церковными иерархами, чинами, то есть позже находятся эти тексты уже под именем. Там были и кардиналы, и архиепископы, они использовали такой анонимный способ донесения информации до своих подчиненных, попытка привести их в чувство.
Сейчас прозвучит песня. Мы ее когда-то во время спектакля исполняли на русском и латыни. Это так называемая макроническая поэзия, то есть когда одна строчка поется на латыни или каком-то языке. В общем, два разных языка между собой меняются. Это очень смешно было для людей того времени. Это такой вот сейчас будет такой корпоративный юмор как раз для вагантов. Это песня, в которой рассказывается, она ведется от имени девушки. Она горько сетует на свою судьбу. Она послушалась своего молодого человека. После того, когда он добился всего, чего хотел, он ее оставил. И вот она сейчас сетует о том, что, дескать, будь прокляты эти липки, которые росли вдоль дороги. Такая песня. Ich was ein Kind so voll getan, wir godum florebam. Dobrich misst du wert an, omnibus placebam. Yeah.
In terra sumus rex es hot tempore. Mirantur regit et eifabulantur. Venalis favet ordo pontificalis. In abbatum cameres retini dominatum. Igrorum videreter turbo priorum. Magnorum vid judex consiliorum. Parolacere, pax enexic populi deve. Ландоминатор, мендитор аруэрис реперитор. Нумус хоноратор сине нумо, нумус аматум конквамат инфамат. Нумус! Пробо эст хомо. Sedat ludum proberamus, cae semperit sodamus. Cui tagatur in taberna ubi numis, es pincerna hoc est topos sut quveratur, sic et loquer audiatur.
Викингс профиделибус де фунгис. Сепсис просторимус панис. Сепсис промелитбус сильванис. Спасибо. После вот такого блока у вас должен родиться вопрос. А откуда, дорогие, любимые Дроллс, взялась музыка в поэтическом сборнике средневековой поэзии? Со слов очевидцев. Нет, все еще проще. Дело в том, что находка Кармины Буран — это была такая счастливая находка для филологов, тех, кто изучал поэзию, но несчастливая находка для историков музыки, потому что в Кармине Буране нотной записи нет вообще. Точнее, даже не так. Там есть некоторые какие-то невмы, буквенные обозначения, которые, как говорят теоретики музыки, не поддаются уверенной расшифровке. Соответственно, что же мы вам тут сегодня играем? Это такой прием средневековый, назывался «микст», когда на известную мелодию можно было положить свой текст. Ну, вы все это можете даже в наши дни увидеть, там, не знаю, в уральских пельменях, в КВН, когда на знакомую мелодию вы слышите совсем другие слова. Мы поступили с точностью наоборот. На известный текст, имеющийся у нас, мы использовали музыку либо современную Кармине Бураны, либо несколько позже. Вы можете, кстати, подгадывать, какие произведения, прозвучавшие уже и которые еще прозвучат, где здесь была музыка средневековая, где здесь была музыка вплоть до XVI века, а где было авторское сочинение.
Вот такое вам задание. Сейчас мы вам исполним, я уже как бы сразу намекаю вам, мы сейчас исполним вам инструментальную версию произведения из сборника средневековой поэзии. «Fulgi dies celebris», то есть «Праздничный день пришел». У нас сейчас будет представлен новый инструмент. Это его первое боевое крещение. Инструмент очень сложный, очень капризный. Называется он колесная лира или харди-гарди. Вот у него сегодня премьера. Можете ему похлопать.
Не, не монаху, не, этому не надо хлопать, он уже вот-вот, ему да, вот это. Мы сейчас исполним песню, это будет песня, опять же, поющаяся от имени девушки, но, как вы видите, на сцене у нас присутствуют исключительно мужчины, и это своеобразный тоже юмор студенческий. В этой песне рассказывается о девушке. Да. В этой девушке, у этой девушки есть одна проблема. Она хочет понравиться некоему молодому человеку, который не обращает на нее внимания. Как должна поступить девушка в таких случаях? Разумеется, она должна воспользоваться патентованной косметикой. Она обращается к торговцу красками и говорит ему: торговец, продай мне эту краску, я нанесу ее на свое лицо, и он наконец-то на меня посмотрит. И в припеве она поет: юноша, посмотри на меня, я хочу тебе понравиться. Поэзии вагантов было очень много античных элементов. Они упоминали античных богов, они упоминали античных героев. И все это так плавненько переносили в свое вот средневековое житье-бытье. Вот у нас, вы видите, появился стол. Сейчас здесь появятся, я надеюсь, приборы. И все это неспроста, потому что сейчас прозвучит застольная песня. Она рассказывает о боге вина Бахусе. Вот-вот-вот, да, сюда, пожалуйста. О том, о чудесном напитке вино, которое делает, соответственно, женщин женственными, мужчин мужественными. Всех их вместе толкает, толкает в объятия друг к другу. Они сливаются вместе, и дальше наступает простое человеческое счастье. И вот об этом и есть следующая песня. Это вино, доброе вино, оно делает человека счастливым.
setum tatus, perdum nostrum animus fit letificatus. Hec sunt vasar regia, quibis spoliator, Ierusalem et regalis Babylon dictator. Istu trinum bonum vinum primum generosum, rete trinum curialem propum animosum. Bacchus fortes superat spectora virorum, in amorem concitat animos eorum. Bacchus ebe visitat mori hercenis, patris gea tubitas, civit et ueis. Istu trinum bonum vinum primum generosum, amore. Bacchus mentem felines, sole citre ire, cogiteam sitius, tiro consanire! Istu divinum bonum, divinum, divinum generosum, credit divinum curiare, provum animosum! Nesvi chi pietrare, Bacchus ira facile, solet expugnare. Bacchus unum in facens, marinem iucundum, regit Deum pariter, document procundum. Bacchus Deus intelite, omnes hic astantes, legis sumus monora, Максима Преконія. Сейчас придет юноша. Бедняге кажется, что он цветет. Причина этого – любовь. Музыка.
веком рудить землечика. Большое! Мы должны обязательно представить участников нашего концерта. С нами сегодня на сцене участвовали Любовь Вараксина, орган. Антон Гамидов, ударные инструменты. Академический хор Петрозаводского государственного университета, руководитель Николай Маташин. Ансамбль «Дрол» в составе Павел Попов, духовые инструменты. Игорь Соловьев, арфа, ситоле, мандолина, вокал. Алексей Никитин, ударные инструменты и вокал. Сергей Попов, декламация, фидель, колесная лира. Я, Дмитрий Черевков, все остальное. Спасибо, спасибо большое. Capella.